обвиняют друг друга. Каролина Родригес из Испании. Очень приятно смотреть. Все-то какие-то находки оригинальные. И вообще очень интересный почерк. Она такая женственная, пластичная. Она участвовала в Олимпиаде, прошедшей в групповом упражнении. А вот сейчас в качестве личницы. Зариповский прыжок, так его прозвали в мире художественной гимнастики. Потому что именно Амина Зарипова его прыгнула первый раз. Это такая своеобразная проверка сил на этом чемпионате Европы для Каролины. Анна Баранова, тренер, старший тренер сборной Испании. Проверка сил после определенного трудного периода в жизни этой гимнастки, он связан с тем, что она набрала лишний вес. Это большая проблема. Это многих гимнасток, проблема, да. Да. Ну вот сейчас вошла в форму, можно считать. Вошла в форму и прекрасно выглядит.